Ну, меня зовут Вильфрид Лисанон. Вот, у нас общая сегодня это, да. Вот, я из Бенина. Бенин – это страна, страна находится в Западной Африке. Между Нигерией, Кот-д'Ивуаром, Тогом и так далее. Вот. Я студент. Вот это, я учусь на дипломата в Казанском, но на факультете международных отношений в КФУ, Казанский федеральный университет. Ну, они сказали, видно, что я из Африки, да? Я сказал, я из Бенина. Они сказали, ну, Бенин это город или что? Я сказал, ну, это страна, которая... Страна Западной Африки находится. А я сказал, Африка это страна или что? Но было очень смешно, да? Что они вообще не знают. Вот еще один вопрос, да, который... Они сказали, а вы живете с левым в Африке? Левым. Я сказал, ну, какой... Какое страшное животное, как мы можем жить, ну, как мы можем жить с таким животным. Но было очень смешно, да, вот. А я сказал, что здесь, когда я приехал сюда, именно в России, они сказали, здесь Кременская, а когда я в моей стране, да, ну, говорят, что Кремль это Гидье, находится президентство, да, федерации, ну, федерации России. То есть где живет президент России? А я думаю, что здесь, где можно видеть твоего президента, Владимировича Путина? И сказали, что это находится в Москве. Я думаю, что Москва это здесь. И тоже я думаю, что можно пешком, можно пешком ездить в Москве. Я так думаю, я такой вопрос задавал, они сказали, что Москва это очень далеко от Казани. Казань находится, ну, где-то 70 километров отсюда, да. Водка. Водка это, с друзьями, всегда, когда мы прогуляем на улицу, да, они всегда это слово повторяют, да. И вот водка, и как же говорят, у меня знакомый, он сказал, что, водка это как русское пиво. Это русское пиво. У каждого русского человека есть своя водка. До приезда в Россию я никогда не видел такой климат, да? Вот когда я приехал в Россию, мне было очень холодно. Сейчас, адаптация уже. Но когда я приехал сюда, я даже заболел из-за климата. Потому что мне было очень сложно жить здесь. Потому что вообще холодно. Я путешествовал в другую страну, но так не было холодно. И также это летом я путешествовал. Только за один месяц. А когда я приехал сюда в Россию, вообще это очень ужасно, да. Но сейчас адаптация нормальна. И мне нравится. Да, я попробовал один раз, но мне неудобно так гулять, да, на улице. Но я, конечно, надевал уже один раз, потому что это вообще русский обувь, особенно советский обувь, да, говорят. У меня родной язык. Называется фон.
Non, à nous, ils disent que c'est un port de colonisation français. Вот, поэтому родной язык после, ну, родной язык, ну, родной язык это французский. Но у нас же говорят, вот это на севере страны, английский тоже. Поэтому, если даже ты хочешь работать за государство, да, то есть тебе нужно знать английский как второй язык. Ну, у нас так получается, вот. Но французский это все говорят на этом языке. А моя страна стала независимо стать Франции в 1 августа 1960 года. Да. Шак-шак, и тоже я люблю очень гречки с мясом. Гречки с мясом, и тоже суп рядом, да, это очень идет. Что душа – это spirit. Spirit. Donc я могу сказать, что вот русская душа, как я понимаю, да, это может быть идентичность культуры русского народа. Вот мои друзья, русские друзья мне сказали, но ты не можешь жить здесь в России. И не пить русское пиво. А русское пиво, вы знаете, я уже называю. Это водка, да? Но я пробовал. Это как называется? Ну, я пробовал, но не очень. Да. Но с самого начала я должен был сказать, ему соблюдать государственные права. Вот, не нарушать права государства. Это самое важное. Вот. И тоже я должен сказать, что нужно себя дать русскому языку, чтобы понимать язык, этот язык, да? Русский язык сложный, но как я... Ну, есть одна пословица, говоря, кто хочет, может. Ну, что-то так. Кто хочет, может. То есть, ну, никого, ничего великого не может, ну, не было зелено без страсти. Ты понимаешь, что я имею в виду, да? Вот никого, ничего великого не было зелено без страсти, говорит Хегель. Вот, то есть, мы должны... То, что мы хотим, мы должны это сделать хорошо, и мы должны знать, что мы не можем достигать эту цель без страсти, без воли и без работы.